Я-то еще хотел вагон проситься. Душ лучше в этом ящике проклятом. Быстро на крышу! Ищите последних вагонок, во что бы то ни стало взять живым! Обыскали, нигде нет. Искать! Костя, Кость, смотри-ка. Дядь, вы кто, белый или красный? Фу, черт. Так за икорь можно сделаться. Сегодня меня целый день спрашивают. Сами-то кто будете? Куда путь держите? Да мы в город на революцию ездили, а там не поймешь ничего, где белые, где красные. Чего, ребята, разберетесь, где белые, где красные, разберетесь. Когда же разбираться-то? Вон белые едут. Революция уж кончилась. Это кто тебе такую ерунду сказал? Революция, брат, продолжается. Продолжается революция. Суетишься ты много, Константин. Вот я хотя и коновал, а первое дело все-таки пахарь. Стало быть, и ты тоже крестьянский сын. Он танцор какой масти будет? Гнедой. А трава какая? Трава зеленая. А земля? Что земля? Она земляная.
Когда серая, когда и черная. Вот, и руки у нас по большей части черные бывают. Это от земли. Работаем, вот и черные. А белого у нас с тобой ничего нет. И красного тоже. Кровь вот только ежели. Так чужую проливать не хотим, ни к чему. А и свою поберечь стоит. Понял? Так что никакого вяканья ни про красных, ни про белых, чтоб не было. Ну, а поклонов? Что поклонов? Красный или белый? Поклонов и есть поклонов. Кот! Чего? Иди сюда! Расселись паразиты. А ну, вали отсюда! Ты что раскричался-то? Хозяин нашелся. А что? Земля-то моя. Земля-то принадлежит народу, Феденька. Дай ну! Стёп, дай подержать. Да дай ему подержать. Что тебе, жалко, что ли? Из него любого зверя можно убить. Ну-ка. Отдай! Да он не стреляет, наверное. Ржавый какой-то. Ну, а ты попробуй. Попробуй. Ты что, очумел, что ли? Отдай, кому сказал. Боишься? Беляки пришли, так осмелел. Дай ему кости. Попомнишь, хозяин паршивый. Буржуй недорезанный. Доктор-ленок собачий. Ты у меня будешь землю есть. Сам наживешься. Крыс напустит путешественник. Федька, не отступай. Костя, всыпь ему. Ну, Костя, дай ему, чтоб знал, гад, как людей целится. Гляди-ка, стреляет. Ты чего вылез? А ну иди спать. Уснешь тут. Кому сказано, иди спать. Сказал отец спать. А тут не как председатель. Да погаси ты фонарь-то, Егор Михайлович. Вишь, нагрянули гады, как снег на голову. Помоги, Егор Михайлович. Схорони на время. Ну что? Да Бог его знает. Оденься, простынешь. Не один я, Егор Михайлович. Вот товарищ из города Андреем звать. Ему-то в руки беляков никак нельзя попадать. А тебе можно. Мне вроде тоже ни к чему. Ну ладно, пойдем. Грех живые души на погибель оставлять. Грех, грех, Егор Михайлович. Пустили большевичков, а теперь ищи ветра в поле. Может, к Коновалу забежать? Да брось ты. Кто к нему пойдет, лешему бородатому? Ушли. Ну, погодите, кулачье. Вернусь еще. Полезайте наверх. Егор Михайлович. Как бы нам из села выбраться, а? А вот поутихнет, на заимку отвезу. Ага.
Не курите тут, а то спалитесь и навал. Интересный мужик. Философ. А я вас сразу признал. Пассажир из спальни. Ты что ли? Я. А тут чем занимаешься? Живу. Живешь? Тоже хорошее занятие. Это Егор Михайлович, сын Котька. А в деревне у нас как будет? Какая власть? Рабочие с мужиками уже решили, какая власть будет. А мужики говорят, крестьяне все равно какая власть. Что белые, что красные. Какие еще мужики? Ах, башка ты дурная. Крестьянину все равно. Нет. Сейчас посередке не отсидишься. Сомнут с обеих сторон. Вот был такой город Помпеи. Слыхал, может? Нет. Ну, это давно было. И вот случилось там землетрясение. Ну, и некоторые решили под крышей отсидеться. Так вот им, дуракам, больше всех и досталось. Мировая революция, понял? Никаких помещиков и буржуев. Какая у нас в селе мировая революция? И у нас, и везде. И каждый человек должен стать бойцом мировой революции, понял? Иди спать. Иди спать, боец мировой революции. Иди, а то отец сыпет. Всех, кто знает людей, учиняющих беспорядки или помогающих большевистам. Громче давай. Чё громче, чё громче? Кто, говоришь, подписал-то? Полковник. Полковник. Могильников. Ну, молодец, полковник. Выдай ему соседа, а он тебе соседовым добром и заплатит, ядрёный корень. Конечно, твои соседи разбойники. А нынче не разберешь, кто разбойники. Да. Пора кое-кого поприжать-то. Сразу приутихнут, а? Кого поприжать? Ну, как это кого? Властям виднее. Найдут кого поприжать-то, верно? Может, тебя? А меня по что? Я глотку на сходках не драл. Домов чужих не трогал. Землю чужую не отбирал. А вот и Мирон голосовал. Чтобы, значит, землю мою отобрать, а на всех поделить. Голосовал или нет? А ты, Арсентий, что но? Ну, разошелся. А ты мне рот не затыкай. И попридержи свой язык за зубами. А то хуже будет. Ну, ты меня не пужай. Не пужай. Смотри, Мирон, дождешься у меня. Тьфу. Ядреный корень. Дай такому власть, он родную мать продаст. Я что, по всему селу буду за тобой бегать? Нагулял я, бать. Ты меня нагуляешься, бармот. Иди сюда. Дело есть. Какое еще дело? Какое дело? Да не щипайся, это больно. Садись. Бери перо. Пиши. Его высокоблагородию, полковнику Могильникову. Как мы прочитали ваш приказ, то спешим доложить, что в нашем селе Поречном таковые люди имеются. Каковы, бать? Таковые.
Знай, пиши. Самый главный красный смутьян от большевиков у нас имеется Игнатий Гомозов, председатель совета. Ныне тайно сбежавший. А может, где и тут и прячется. Тут и прячется, не пиши. Бать, говорите быстрее, что писать. А то мне тоже погулять охота. Ладно, поспеешь. Смотри у меня, Федька. Ну-ка, пиши. Главные его помощники. А, хотя Колесова пиши. Угу. Мирон Колесов. Бать, ну на кой его писать, Колесова? Разве он красный? Ну там разберутся, какой. Больно он языкатый. А вот там ему язык-то и укоротят. Пиши, тебе говорят. В общем, Цыбанков Арсений, кузнец. Никифор Сычев. Дразущевых имущество. Ветер в амбаре гуляет, крапиву едят. Вот у Борескиных имущество. Одна мельница сколько стоит? Дурак ты, Федька. Борискины власти старосты назначили. Пиши, кого тебе говорят. Сабельников Емельян. Немогутный Иван. Кондратий Безбородов. Бать, может, хватит, а? Ну, куда вы их не мусите девать будете? Они твое щенячье дело. Ладно. Может, и хватит. Пущай этих тряхнут. А потом поглядим. А теперь вот что, Федька. И вот послушай, что тебе родной отец скажет. Он тебе дурного не пожелает. Если власти вовремя служить, она тебя оценит и оплатит. Власть. Понял? Седлай. Грунька! Чёртова девка! Пошла, пошла! Опять куда-то подевалась. Дядя Гомозова первого записали, потом Колесова Мирона, Сабельниковых, Минаева солдата, Самарцева, еще дядя Арсентия Кузнеца, дядя Иван Немогутного, еще Сычева, еще Кондрат Безбородова. А еще кого? Все вроде. Больше я не слышала. Испугалась и убежала. Батя моего не записали? Мне ж твой батя разбойник. Так мне что, другие разбойники? Эх ты, трусиха. Да, знаешь, как он дерется. И так задний от него стук тумаков получаешь. Да и Федька озорует. А ты уходи от них. Плюнь в рожу и уходи. Куда я пойду-то? Ведь нет мне никого. Ну ладно, не хнычь. Придумаем что-нибудь. Вот ты, ядрёный корень, ну какой я тебе красный? Плевал я на эти доносы. А тебе, Хаши, кто сказал-то? Этого не скажу тебе, дядя Мирон. Не могу. Но в той бумаге ты точно прописан. Прописан. Там тоже люди сидят, не дураки.
прочитают, разберутся. Прописа. Дядь Мирон! Прилетела ворона. Дядь Мирон, да погоди ты! Да пошел ты! Не поверил мне бать про донос. Опять не в свое дело лезешь. Тебя кто посылал к Мирону? Так я упредить хотел. Упредить? В погреб тебя запирать, что ли? А ну, иди в дом. Бать, а как же? Иди в дом, сказано. И не шагу. Нет никого. А черт. А ну побыстрее там. Давай! Как, братцы? За что? Иди! За что? Вперед! Нет никого, пусто! Опоздали! Поехали! Пошел нынче. Охамел народ. Хамство прям так и прет из народа. Большевики разбаловали. Разбаловали. А что приказ господина полковника об имуществе смутьянов при вас имеется? Имеется. Значит, не подведет нас господин полковник? Не подведет. Хорошо. Ваше благородие. Стучаться надо, когда входишь. Виноват, ваше благородие. Ну? Господин Ротвист. Только одного взяли. Остальные все сбегли. Ни дома пустые, ни барахла, ни живности. Соседи? Соседи говорят, что ничего не знают. Ты чё, дурак, не убежал? Нет на мне греха, ваше благородие. Все грешны. Вот что, голубчик, собирайте людей и начинайте. А Акинфий Петрович, сюда, ваше благородие. Ваш благородь, ты квин! Вины-то моей! Вины-то моей нет! Повторяю еще раз. Всем, кто знает, куда сбежали красные смутьяны, советую немедленно сообщить об этом законным властям. Тогда мы отпустим этого. Я жду. Молчите.
Ну, раз вам не жалко вашего односельчанина. Прохор, давай. Молчат мерзавцы. Пороть надо, поручик, пороть. Я людей бить не люблю. Занятие бесполезное и скучное. Ваш братик, мужик-то доходит. Может, сменим? Тебе что приказано? Есть. Ну, так что, Ротмист, не хотели бы лично принять участие? Продолжайте. У вас это хорошо получается и без меня. Не приложу, ваше высокоблагородие. Так искренне стараешься, стараешься, и на тебе. Нет. Нет, это кто-то упредил. Кто? Да вот думаю, думаю. Просто ума не приложу. А ты приложи. Пока башка на плечах держится, мерзавец. Петька. Федор. Ну за что, бой? Ну, пошел, ну за что? Поганец! Я тебе сейчас чё покажу, такой, за что. Че такое? Уйди, дура! Больно, батя! Больно? Больно! Я тебе сейчас дам. Больно. А ну-ка, скотина! А ну-ка! Говори, как они урод без рук! Зачем ты про списки раздал, а? Никому не говорил, тяденька, ей-богу, никому! Никому не говорил? Мы с тобой вдвоем только знали. Так это я проболтался, значит, скотина, а? А ну-ка, говори! Говори! Целый день с коня не слезал, все, как ты велел, сделал. Никому я не говорил. Я велел? Забыли мерзавца. Ну-ка, никому не говорил, дядя. Мерзавец. Дядя. Все, запали. Забыли тебя. Дяденька. Дяденька. Я тебе сейчас покажу. Дяденька. Дяденька. Ну? Ироды. Может быть, это ты знаешь?
Куда удрали села бунтовщики? Не могу знать. Лес, может быть? Не видал, ваше благородие. Прохор, вот этого, этого, ну еще там несколько самых говорливых. А меня за что, ваше благородие? Ваше благородие, меня за что? Держать! Вперед! Вот что, если через два дня ты не узнаешь, куда мужики попрятались, я тебя, суткиного сына, повешу. Понял? Да? Беда, прямо беда. А наши мужики тоже хороши. Вишли, в лес ушли. А теперь через них безвинные люди страдают. А ты не знаешь, где они прячутся? Ты лес хорошо знаешь. А что прятаться, если ты перед властью не виноватый? Говорят, будто кто-то на них письмо начальству написал. Да ты и написал. Мирон Колесов помер. Помер Мирон-то. Кланяться тебе велел. Ты вот что, Егор, ты смотри у меня, ты, наверное, их в лес-то и проводил. Ты вот за это ответишь перед начальством. Ты у меня, Егор, дождешься? Дождешься? Да сядь ты, Игнат. Некогда мне рассиживаться, Агафья Федоровна. Не равен сейчас как бы беды на вас не накликать. Молочка вот выпей. Из пулемета бы их всех. Помолчи. Они над нами издеваются, а мы терпим. Здравствуй, Егор Михайлович. Что-то зачастил ты к нам, председатель. Я к тебе по делу, Егор Михайлович. Помощь нужна. Раненые у меня в отряде. Но оружия мало, потрепали нас. Помоги. Помрут люди. Доктор нужен. Да какой я доктор? Я Коновал. Ну, сколько ты людей от болезней спас? Ты ж каждую травинку в лесу знаешь. Помоги. А советская власть тебя не забудет. А мне все одно, какая власть. Зверство людское надоело. В деревне-то что творится? Знаю. Поклонова сам бы пристрелил, как бешеную собаку. Вот-вот. Что те, что другие. Чуть что так шлепну. Это ты брось. Он сначала перед всеми мужиками, которых продал, ответит. Всем миром судить будем. Нам ждать, пока Поклонов карателей в лес приведет, не с руки. Вот решим, а тогда уже и кончим. Ну ты как? Так что, значит, окромя меня никого не нашлось? Нет.
Не серчай, Агафья Федоровна. Дядя Игнат, меня с собой не возьмете? Я не пригожусь, а? Пригодишься, Костя. Обязательно пригодишься. Но попозже. Ты что же, сына уму-разуму учил, а сам? Видно, и меня мало учили. Костя, проводи нас. Спасибо тебе, Егор Михайлович. Не за что. Не к тебе иду, к раненым. Вот смотри, я тебе точно говорю, он. Да, ври ты больше. Значит, господин полковник Могильников лично распорядились? Лично пожелали лицезреть и выразить благодарность. Прошу вас. Угу. Вот это дело, дело, дело. А я и сам хотел наведаться в город господину полковнику. Мысли у меня серьезные к нему есть. Ну вот и выскажите свои серьезные мысли прямо ему. Угу. Поехали. Трогай. Но! Но! Пошла! Высокоблагородие. А господин полковник знает, что все смутьяны-то в лес убегли? Ну, конечно, знает. Угу. Как же им не знать? Доложили. Как в волчьей стае живу. Очень я опасаюсь вместе смутьянов. Ваше высокоблагородие. Помолчи. Надоел. Поехали, Паша. Поехали. Thank you.
Кось, а Кось, я не понял, кто они, красные или белые, а? С этими в расход? Приведи их ко мне. Есть. Стоять! Привел вас, вроде. Вот уж не думал еще раз с тобой встретиться. Прохор. Да, ваш броди. Ты же знаешь, я людей бить не люблю. Раз же мы били, ваш броди. Какое свинство. А ты все такой же нудный, Саша. Хотел тебя прикончить в поезде. Пожалел. А зря. Ну, это ты брось, Андрей. На что ты надеешься? Для нас ты преступник, и по законам военного времени я обязан тебя... Расстреляй, что ли? Да, расстреляю. Предположим, я тебе устрою побег. Хочешь знать, на каких условиях? Когда расстреливать будешь? Сейчас? Зачем же? Так сразу. Даю тебе ночь на размышление. Подумай. Очень хорошо думать. А расстреляю я тебя завтра. Утро. Хорошо. Прохор, увести. Эй, мужички! Мужики! Тряхните, сволочь красная. Ну что, принес веревку? Да принесу. Слушай, Кость, а может, партизаны освободят? Когда? Слышал, что офицер сказал? На утро стреляют. Ну, а вдруг часовой стрельнет? Да в такой темноте дальше нос ничего не видно. Да, тебе не видно. А может, он все видит? Ты что, боишься, что ли? Я думаю. Ты не думай. Веревку тащи. Ну, ладно. Запретнем сидеть на веревку. А ты? На
А я тут покараулю. Я веревку приволокла. А он где? Чё? Где он? Он там. Сказал, что у речки покараулит. Так чё ж там караулить-то? Не знаю. Кость, а может, я тебе помогу? Ну, давай тише отсюда. Сам справлюсь. Будто хоронит проклятый, а? Андрей. Чё это собака-то воет? Тебе-то что? Пусть воет. Да чтоб ты сдох. Ничего не слышишь, что ли? Нервный ты стал, Паш. Ну, какой я нервный? Я нервный. Дядя Андрей. Дядя Андрей. Чтоб ты сдох. Стой! Стой, мать твою! Запрятался, думаешь, тебя и не видно. Это у тебя, Егор Михайлович, глаз такой острый. А беляки-то... Ну да, беляки они не люди без глаза. Перестал бы дымить-то, табачищем завишь, что несет.
Вы что, очумели? Там стены в метр толщиной и пулеметы понатыканы в каждом окне. А у нас винтовок 5 штук. И берданки ломаные. Ну что ты, Игнат Васильевич, навалимся и криком возьмем. Мне это брось криком. Да пойми ты, Игнат, другого выхода у нас нет. Ну хорошо. Опять будем просить у города, помогите оружием. Так что ли? Они сами операцию готовят. Ведь каждая винтовка на счету. Конечно, риск. Зато оружие сколько. Костя, он ход подземный знает. Что ты мне все, Костя-то, Костя! Разведал он толково, молодец. Но их голыми руками не возьмешь? Я эту банду с 17-го года знаю. Атаман у них сволочь анархистская. Он сам себя перехитрить может. Ну, атамана я беру на себя. Товарищ командир, мне оружие полагается. Чего? Раз я на операцию иду, значит, полагается. Нет у нас оружия, нету! Народу, видишь, сколько? Ну ладно, отряд же за оружием идет. Вот там я себе и добуду. Вот увидите. Упрямый парень. Весь в отца. Ты уже бегал на революцию смотреть. Хватит. Насмотрелся. Это тебе не смотрины. Сегодня уж иди, раз обещал. А завтра... Хоть бы мать пожалел. Да не могу я в деревню вернуться. А никто не велит. Поедешь в Мелехово, к тетке. Без приказа командира не поеду. А будет приказ. Будет. Это я тебе обещаю. Дезертир? А тебе че? Подлёт! Благородие. Привыкли руки-то распускать. Давай быстрей. Ну что, куда теперь? Туда. Пошли. Это еще что? Что это ты мне подсунул? Рыло твое немытое! Разве это не денежка, господин хороший, а? Какая же это денежка? Это же керенка паршивая! А я еще мешок пшеницы заючила хороший. В общем так. Балаки 10 рублей серебром и ведро самогону. Я тебе 2 винтаря дам. А стреляет? Хочешь проверить? Не надо. Мил человек, где тебе серебра-то возьму, а? Из кубышки. У вас, мироеда, у всех кубышки зарытые. Зачем мне 2 винтаря-то? Их хранить-то боязно. А ты не боишься. Я тебе охранную грамоту дам, чтобы тебя, а кроме меня, никто не трогал. Пали отсюда! Ага. Это еще кто такой? Чего надо? Ладно.
Сиди здесь. Атаман, покупателя нашел. Говорит, тыщенок на пять решился бы. Что за человек? Ну, такой... Сословие. А черт его знает. Но деньги, похоже, имеются. Иди. Да ну. Иди. Вы сословию какого будете? Я к тебе что, свататься пришел? Не люблю, когда люди ломаться начинают. Да, да, нет, нет. Пойдем. Посмотри там. Здорово. А ты что это тут делаешь-то? А я вот тут с мужиками всякую красную сволочь бью. Ну-ну, молодец. Смотри, не надорвись. А ну, пошли. Да ладно, мне домой пора. Знаем, где твой дом. У партизан в лесу. Ты думаешь, я забыл, через кого мой батя погиб? А как дядя Мирон помер? Ты не забыл? А ну, пойдем к атаману. Зачем к атаману? Он разберется. Чего ты здесь рыскаешь? Да. Ох, хорошо тут у вас. Да нет, сквозняки. Да? Сырость, ой, поясница. От простуды. Зря вы эту дрянь глотаете. Это почему? Ну как почему? Воздух. Гимнастика лечиться надо. У меня тут каждый день гимнастика. А зачем вам столько оружия? Ну, я же вас не спрашиваю. Для чего вам столько денег? А люди пошли, скрытничают, боятся друг другу правду сказать. Ну, сволочь! Мои люди балуют. Ну? Ну? Чего разделился? Становись на пулемет! Thank you.
Ну где тебе черти носят? Так сигнала ж нет. Давай быстрее сюда. Куда? Куда? Андрей. Гранатой. Динамит. Обойди. Ну, стреляй. Стреляй же! Ненавижу я вас. Кого нас? Дурак ты, Федька. Как был дураком, так и остался. Ему не давайте. Егор Михайлович. Ну что, замаялся, Егор Михайлович? День и ночь хлопочешь. Я вот чего. Ты везде ходишь, а оружие с собой не берешь. А мне ни к чему. Мое дело раненый. Никифор Сычев помрет. А Кондрат? Ну, этот выкарабкается. И опять под пули пойдет. Игнат Васильевич, белые в лесу, до двух эскадронов, и пехоты полно.
Где? Кажись, к нам идут. Пронюхали, сволочи. Так, Федорович, собирай мужиков. Пойдем к Балке на перехват. Петро, скажи Байкову, пусть увозит раненых через болото. Ну что, пошли. Живей, ребята, живей, живей, живей. Живей, чего живей. Ты один, ты там подвода ждет. Да ты давай не разговаривай. Ты чего такой? Да вот знакомого встретил. Знакомого? Ну-ну. Ну-ка, пошли. Федорович, беги к Егору Михайловичу, поторопи его. Скажи, что конница пошла, отрезать могут. Давай. Ничего, ребят, успеем. И бояться нечего, кто раненых тронет. Что я мог сделать? Что? Нагрянули гады, как снег на голову. Но телегу с ранеными я первым отправил. Но лошадь у них убила. Застряли в болоте.
Не объясняйте мне ничего. Где Костя? Здесь был. Навалился на парня. Как бы на белых не напоролся. Подтянись там! Я домой поехал. Мне к матери надо. Костя. Ну. Ну. Видишь, как случилось? Приходится тебе взрослым становиться. Рано. Время такое. Ну, ну. Чего ты сопли-то распустил, мужик? Дядя Андрей! Дядя Андрей!